Нет. Я ну, давайте уж так пройдем. Давай-то пройдем. А без ГП перчаточки, да? Да, Т8 уже без ГП идет. С чем идти, Руша? Ну, с появлением Т9 действительно. МДЦ спек. Сейчас одна проходка в льду, ты делаешь одну шмотку Т9. Грубо говоря. По ЕП. Чуть меньше, конечно. О, когда босс мертвый, мобы намного меньше разворачиваются. Блин, вары вроде, ну типа, он не перегоняет локов по ДПС, но при этом по агро, блядь, разъёбывает пиздец. Секси, а тебе нужен? Потому нету снижения агро. На, чувствую, что, блядь, пиздец. Никакой там йог не нужен, там, Гера. Йог, Гера? Ну, конечно, Гера. Йог намного проще всех остальных таких боссов. Конечно, да, даже... не было йога в Гере. Даже Торима. Нет, ты шо, йог в Гере это изи. Мы даже 22 тела убили его. Не, я просто не бил его ни разу, без понятия. Ну, смысле, типа там, если у тебя достаточно локов щепешек, то прям ну, довольно... Сало, да, он вешает, по-моему. Да, у нас два мастера аура есть, там достаточно. Встаньте, мага. Там ключевой момент, главное, чтобы комнаты хорошо проходились. Сейчас посмотрим. Ну давай только быстро. Типа пока мы трэш дочистим. Я пока квест дал. Бля, Донт, у меня, ну, у меня есть некоторая проблема. Какие? Что, я не выдержу агро на вес? Ну ДК нужен. С вот этими их новыми апами, мне кажется, меня разъебут в половину просто. Кто у нас? У нас локи не апнулись. Апнулись, это девятый их апнул. Кто выпил из локов-то у нас? Ты девятый. У Боб, например, был Т9. Ну, типа... А, Т9 апает, да, там типа крит атак всех питомцев, порчу, нестабилку. А с учетом хасты... Путин лучше напуливать. Ну, а у нас у кого? Это, у нас у Пирокса нету билда. Вроде у Пирокса есть, но я не знаю какой. Никто своих не бьет. А шо, вы нету? Ну да, тогда... Кару Пирекс танчил? Пирекс, а что у тебя за этот танк? Пирекс заебись танчил. Да, пойдет вроде нормально, там 40 тысяч с чем-то. Да там главное это, прожиматься вовремя, а не хпшку. Пугать. Да там похуй на прожимки, типа, там прокилят хилы. Я не очень понимаю, а что этот чип мне типа прям так сильно пробивает? Я, блядь, не паладин или что? Они не хилят просто. А вот и все, не пробивает больше. А что это было? Он типа прям он пробивал. Он сзади бил. У паладина в болезни. А как это сзади, типа? Он меня в лицо бил. Это паладинская, бьет в лицо, а прилетает в жопу. Ух. Звучит обидно. Но в целом мне нравится. Диспольте корни, чего вы просто бежите? Диспольте. Я могу себе позволить, у меня у самого паладин. Только паладин может знать на паладина. Ну да, типа они за так, маги, видите метки над вашей головой? Запоминайте, запоминайте. Я еще бегу. Фейка, звездочка, зоркий печенька, фаерлина, ромбик. Все, я. Больше этих метров я не помню. Я не в вашей памяти теперь. Блять, как его прокликать? Помогите. О, нет.
сука. О, есть вариант, что я не сяду на, по манне на везок. Все, 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 маги, маги. Зорки, ты где? Я бегу, бегу, я квест дал. Ну да, с хостой на лице такое. Кто там второй на кольцо был? Кто хотел кольцо? Какое кольцо? 239-е. Фейка Фаерлина. Подожди, блин, я вообще не уверен, что оно им нужно. Ну реально, типа, дух хаст есть за репу. Ну в целом, фейка Фаерлина. Нужно кому-то кольцо? Плюс они. В целом, до нового контента ГП еще точно снизит, такое же кольцо нет. Есть реповое. А, ну и крит... Ну ладно, да, за репу есть еще и крит хастовое. Ну типа, смотрите, сейчас с ГП полутать-то полутаете, новый контент... По ГП выйдет еще очень не скоро. ГП слезет еще несколько раз успеет. Не парьтесь. Все, осталось. Давайте, Альфи. Ну, короче, передайте Альфи, там, разберись с этим. Все, маги тут? Да. Я вообще не уверен. А что ж на сапоге? Так, маги, ждут три, все, поехали. Все, маги, контроль, контроль. Все бьют череп, печенька, этот контроль, это все. Грипните череп. Элема, разбаньте, он типа не нужен. Следующего, печеньку. Ой, красиво. Бузеров. Следующее. Давайте звездочку грипайте уже. Давайте следующего. Я так и не понял. Что за аргументация? Почему присту нельзя это колечко? Кто тебе сказал, что нельзя? Ну, решили, что отдать магу лучше. Не, он сам отказался, ты чё? Передумал. А, так ладно. Всё, по меткам то же самое, давайте. Поехали, контроль, контроль, контроль. Звездочку. Сейчас, сейчас, вот на 30 секунд зайду. Отошли сюда, череп грипнули. А. Что это было? Это был Сирус. Давайте печеньку. Да тут много народу. Проконтрольте их станы, давайте. Да, все хорошо. Типа только один не в контроль. Все, звездочку. Давайте, ромбик. Там Зорки красиво сказал. Цитаты. Иди тусуйся. Слушай, Алина это не подтвердит. Савиль... И то потому, что он паладин, да. Савильный прыжок. Чё там, Скай упали? А ты, Гудлик, соревнуешься по ДПСу только с девочками, правильно? Ну, видишь, Алины нету, не с кем соревноваться. Вот и все. Значит, только с девочками. Я уже месяц без лута. Что такое? Ну ты типа уже надеталась, наделась. Мы тебя потом еще начислим 1000 ГП за волонир. И вот можно сказать, полутала.
Почему ты еще, а не 5? Как бы не, ну 1000 за легендарку 45-ю в самый раз. Немало. За ШМ тогда сколько? За ШМ бесплатно, потому что ШМ мне. Сука. Сколько там осколков до Волонира осталось? 3. 4. 3. 2. 1. Вот он, ребят. Пошли первый этаж убьем, и может сразу же получим. Если Сезакс упадет, расконтроли, быстрее, хорошо. Быстрее, быстрее. Да, если Сезакс упадет осколок, то пойдем на первое. На первый этаж двоих могу убивать. Мама. Давайте печеньку сюда. Тут я понимаю, выход видели? Что? Да выхлоп-то сейчас был. Я не понимаю, что, кстати, вот с демонами, с троллями, что-то у них модельки слишком здоровые. Видели на них какие эти щиты ДЦ-шные? Блин, а я же игрушку тут купил, а в рейде мы АФК не стояли, так и не использовал. Какую купил? Эти, мечи. Так у меня есть, короткий. Надо было танец покупать. Да. Понятно, что у паладина есть игрушки, мечи. У меня есть мечи, у меня есть танец, стульчик. С чем? И пробка, да? Стульчик с мечами, короче. Бутылка, бутылка. Я с пузыря спросил, не бывает у паладина стулов с пикой. Я предлагаю, чтобы босс танчил. У него сейчас агро как раз для танка идеально. Ну да, кстати. Нормально. Дайте контроль. Сколько красных дать бы у вас, а уехал. Ну вот, я стою спиной, и типа, он все равно меня не пробивает. Бля, отдай. Ну, вообще, типа. А тогда он меня прям прошибал люто. То ты просто привык уже. Нет. Это что-то было сломано. А так, мне нужно подумать. Нет. Донт, есть идеи, чем мне агро набрать? На полом. Карту надену. Карту надену, плащик свой ретриковский. И Т8 можешь надеть. Рыбу, да, есть. Ну там печать дамажит на 10% больше. Чарку на агро ему киньте. Ставь игрушку. А, кстати, да, слышишь, Роза, что ты без чарки на агро? Да я, блин, отстаньте. Ну понятно, блядь. Ребята. Я же типа только поставил этот плащик, еще не накинул ничего. Так это про, мы про руки. Не, на руках я ничего зачарил. Так это ГП. А чё упаритесь, ДКшки проще всего затанчить. Нету ДКшки. Подожди, Пайрекс, у тебя какой ДКшка танк? Да нормально у него ДКшка, может спекнуться, спекайся в ДД взяли. Ну я всё, нем, хорошо, я, давай. Я в нем уверен, смотри какой толстый, смотри. 227-й. Ну я считаю, нормально. Это нормально. Там где он стоит. Ой, ну все, бля, свобода, свобода. Пайрик, ты понимаешь, насколько роковую ошибку ты сейчас сделал? Рос тоже как-то один раз пекнулся в танке. Дайте рыбу. Рыба справа сейчас стоит, вот, шелечка. А сколько он в танке спекнулся? На 3, на 4 месяца? Где-то в начале уже спекнулся, так. Да, в начале уже. Давайте я типа по офтанчу. Ну, слушай, я помню, как Рос рассказывал, блин, хороший танк. Там, а где манускрипт на паладина 232 взять? За ПВП. А что у тебя за манускрипт там? Да ПВПшный обычно. Ебать, у меня 31к хп в ретрике, это что? А, это фласка на хп, я понял. Нормально. Все, исправился, 29, нормально. Ну что, вы готовы? Сейчас ретрик всех разъебет. Даже навезок все.
меткой, что ли, в рейд? А если бы у меня было Т9 в первый день, когда Везакса добавили, я бы не 300к ДПС отдал, а 800. Вот я вам говорю. Еще когда бить будет? Если бы 2Т4, 2Т9, еще с дабл бурей. Колюшка? Дон, ты вообще тут? Давай, командуй. Пайрекс побежал. Ой. Ну, давай, запускай. Только бей, прям когда вот у него вопрос. Пока стоим. Ой-ой-ой-ой, давай какой-то подальше от нас. Еще. И разворачивайся. И лицом к нам. Все, вот так вот и лицом к нам вышли. Пошли. Милики, не ауяш. Пошли. Лангрис выбежал. Миленький стопал, я подходит этот. Давайте в тотемах все стоим, в тотемах прям. Квадратики. Бутер вышел. Хорошо, живешь. Гудлик раскол. Колюшка раскол. На пулу сдавайте. Рога тоже. Пол КД на пулы. Ваши. Мелизона осторожно идет. Стопал я. Корне с каплю. Пайрекс. А, фейка вышел. Стоим на месте. Выбежали. Милики, никто не ауешит. Даже не душите в ауе. Да, это мягкий раскол. Гудлик выбежал. Не-не-не, бьем. Все собирается. На пул пока не отдаем, вышли. Так, с этого никто не бьет. Не дамажем. Набирай игру. Вытягивание. Идеальный. Вышли. Все. На пул сдали? Заходим, Геру даем. Дамажем. Пайрекс, прожмись. Пошли. Пошли. Кто умрет? КПшка. Друид вышел. Зубы Пайрекса. Не повинуйся.
Пошли. Идеальный. И это беда. ГЦ Гудлик. Да. Да он передумал, не надо ему. Так, осколка нету. Давайте по роллу теперь. Чисто по роллу получается. Так, спекайся, это. Биговая. Это хороший забирать. Ну, слушай, я сколько, 4-5 недель без нихуя ходил. Бог молодец. Спасибо. Так, что, Гудлика заменим на ласта, давайте. Или пойдем убьем этих первых двух, пока Гудлика нету. А что там, осколок упал? Нет. Ну осколок-то нет. Ну и нахуй. Ну ладно. И Гудлика нету. Давайте не будем ждать. Погнали, убьем первых двух. Погнали. А мы типа йога не будем? Гигантскую кузню. Йога не будем? Гудлик вернется, будем. А. Сейчас первых двух ёбнем. Да-да-да, отошел человек. Написал там сколько, 7 минут. Достокрылы надо донечить? Не-не-не, сейчас тут все соло. Пылю я кольцо это, да? Слушай, транс, на транс, да? Кольцо? Да, я бы забрал на транс, реально. Дай на транс, Кубок. Да, пацан, так не работает. Ну, может, все-таки работает. Ну, 3-2-1 я пылю его. Да не, на самом деле, типа, 26-е кольцо, донт, я бы по роллу отдавал. Ну, потому что есть сейчас 32-е аналоги с Кары и с острова 32-е, типа. Да, и со всех актуальных инстов. Ну да, ну типа в целом просто 26-е кольцо уже не актуально. Я бы, в принципе... Вообще шмота нет актуального. Да есть, нет, в целом 26-й шмот есть еще, а неплохой. Вепоны и тринки. Ну да. Оружие 39-е, шмотки 39-е и тринки это все... По ГП и остальное. Да, а чё аксессуар 239 за 150, а жезл 32 тоже за 150? Не, я минус 50 дал тебе еще. А, вижу, всё. Ты проебался. Да, со скидкой. Fire Aura возьмите. Ну, короче, ребят, потом разберетесь, кольцо я не пылю пока. Все, заходим, Дон, пуляй. Только Гудлика нет у Романова. А я что за рецепт, Дуат? У меня ничего не отображалось по рецепту. А я тоже не знаю, про какой рецепт. На третий спек бы кольцо взял, 39-е, наш друг. Без ГП. Может там какой-нибудь с этого... С начертания? Ой, ну уже не чар. Да, он бы у нас должен отображаться. Должен, да. Типа в трэше упал? Или где? А, там его кто-то сролил. Дуат, кто-то сролил. Его вроде сролил Лангрис. Я понял, ты за Фрейю говоришь? Там только падал. Не знаю, я не особо слежу за этим уже всем, типа оно как-то неинтересно. Я на мне такой рецептик выпал с этого. С квеста. Я ролл кинул. А, это за квест людям выпало, те, кто это, ключ от Галлона получил. Слушайте, ну смотрите, у нас в целом состав мне нравится. Завтра приходим в 20.00 и убиваем Алгалона. Как вам план? Идеально, я обещал соло захилить. Понял. А мне даже вампирку отрубать на шопа вообще в соло. Да-да-да, и просто бомб снимите тоже. А еще без бафа. Я тоже уже сплю. 5 утра встал. Я тоже.
только в пол пятого. И лег в пол второго. Ночь или дня? Ночь. Не, ебать, мы на арене, нахуй. Зачем вы его около хуйней тыкаетесь-то? Ну, здорового этого чувака просто вокруг бурительной установки этой качки. Поезд даешь, но смирись. Что? Я, наверное, это топ-1, бля, я гудлика передамажил, поэтому ты там это... Какой гудлик показатель? Ну и сколько его передамажил? Сколько сейчас гудлик дамажит? Ты видишь его в топе? Я не вижу. Извините. А чё ты гудлик вообще месте? Первый сток, типа, что нам... А чё ты на третьем месте в демоне-то, а? По ОГЕ. Ну нормально. Лошара ты. Геры у нас нету, да? Зачем? Бля, там могли бы перевести, типа, знаете, по-крутому. Ну, куда Гера? Ой-ой-ой. Чё-то хорош, он хорош. Минус 20. Сразу видно, опытный молодой человек. Ну я в рекаунт засмотрелся. Нормально. Ну, бывает такое. Это ГП. Собирает топ-шмот, чтобы засмотреться в рекаун. Мне... Причем, главное, еще и не на этого босса навесок засмотрел. Кстати, надо глянуть. Да там по 14 ставка надо. Ну, это вот, босса. Пиздёж, сейчас я нормально скину. А это в моба. Это не то. Это ты вообще скидываешь. А это я конкретно в цели скидываю. Бля, только не, все, сейчас после этого сразу идем на этот. Гудлик уже пришел, сразу идем на Везокса, потому что я реально сам уже не вывожу что-то. Отвык я рейдить, типа, знаете, по 4 часа. И вообще, нужно будет этот, дальше будем рейды делать по 3 часа, если Бьерн так и не появится. Там дальше пока контент такой, что там не на 3 часа. Не, я говорю до осени, типа, по 3 часа будем рейдить. Но статик это... Все равно у нас 2 дня будет рейдов, типа, по 2-3 часа так будет проще намного для людей. Mm-hmm. Потому что сейчас уже что-то все вареные. Да, 3 часа, самое главное, согласен. Чё, просто вот этот час, который с 3 до 4 РТшки, по сути ничего сложного в это время уже нельзя убить. Угу. Ну, последний час там еще. Да я не знаю, я уже на Мимироне был уставший, знаешь, такой. Да, 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 я тоже. Мимирона нужно в следующий раз просто в начале идти, пока все, типа, знаешь, сконцентрированы, готовы к бою. А то пока на Дориме ты словишь дизмораль, потому что, блядь, люди вагоны некоторые. Но все равно, кто хочет позадрачивать, вы просто обращайтесь к Убобу, он вам устроит фестиваль. В смысле, а что я? Я вообще не понял, к чему ты. Продленка для великих. В любом случае, осуждаем. Осуждаю. Ночной Ноксрамас там до 4 утра. О, типа, вот это было приятно, кстати. Охрененная тема, всем света. Блядь, дракон, ну пробей меня хоть чуть-чуть. О, классический паладин. Дай маны. У него маны просто нет. Просто про оверхильт его и все. Не работает маны. Оверхилл не дает мне ничего. Дай, в смысле? Не дает, только хил, когда у тебя хп нет. А, ну, спиной поворачивайся. Я тейнер заебашу. Пробил, да? Нормально, с тейнером четко. Боже. С тейнером заебись. А у тебя на 5% или на 10%? Короче, на 1, на 2 вкачан талант. На 2 вроде. И все равно не хватает, да? Да, фуловый. А меня дракон не пробивал, я фуловый стоял. Не, а в целом? Да в целом заебись. Да хватает, да. Но... Я просто на протика обычно там одну очко вкидываю всего. Да, я просто не нашел, куда еще его вкинуть, типа мне хватает и так пока всего. А у меня билд с уклоном в ретрика на больше урон, больше агро. О, вот эту дробяху можешь уже ролить. Не, это скорость МП5. Ну, я наш. Все, быстренько, все на йога. Быстро. Да, только меня кто-нибудь поднимите. И Тонта кто-нибудь поднимите. Поднимаю. Он там идеально уже взялся. Я пока метки поставлю. И у Ангрис. И Айнен треснул. Так, Полюшка, ты зайдешь? Полюшка. Я релогался. Все, окей. Так, а Вапан-то кому-то нужен, нет? Кто? Да, плащ можем.
Хиловская. Не то мин нужен. Буду ждать кинжал с сыка. Колганят! Даруй мне силу! Одели моих смертных союзников мощью грома! Где же черная магия дичь, да? Дон, когда кто-то один ролит, ты ему половину даешь. Черная магия сейчас не робит, она хреново работает на Сирусе. Там же кто-то спрашивал. Да я спрашивал. Кто на Сирусе работает хорошо, вот скажите? Ну, кроме паладина. И, блядь, ну... Паладины, брат. Локи охрененно работают. Да, тут согласен. А, что там, кстати, с пальцем, который 226, мне выпылить? Мне, дай я его на трансформацию. Что такое годлик? Да что-то не верю я тебе, Поль. Ну, на трансмог возьму, базарю. Базарю на трансмог. Да не, надо паролить, брат. Не-не, не хочу менять лока. Изука, ты хочешь рейд? Кто хочет? Кто хочет на замену? Сюда кристаллы. Сюда кристаллы пропасти. Протест на замену, окей. Ну, сейчас, я ж... Может, не торопимся. Две штуки у меня ищут. Все, протест ТП в Долоран. Этот. Не-не, не надо, все, я уже нашел замену. Дальше. По комнате. Шкаф поставьте, пока суманите зуб. Ляемба. А что, тебе распылить, что ли? А, плащ не порол, разве? 226. Что, бесплатно? Имба. За ГП. За что? Не, возьми обратно, сука. Обратно, блядь. Гильдия, диван по танку. Ах, не, а почему плащ-то за ров будет? Плащика нету, вон. Никакого типа альтернативы. 26-й? Ну а где ты 32-й плащик видишь, кроме кара какой-нибудь там? Ик, кара. Ну, другой инст. И чё, ты и так его за ров там будешь лутать. Можешь не лутать этот. Не, ну типа в плане за баджики ты не можешь себе взять сейчас плащик, который, типа... А, ну за баджик дает, конечно. Ну вот, поэтому... Тут, типа, почему сейчас ты сейф идет? Ты-то какие там, восьмые? Вообще, пожалуйста, заберите еще и доплачу вам. Потому сколько что доплатишь? Есть 8, у всех есть 9. Ну, где-то пару серебряных точно накину. Нет, мало, давай под 300 золотых за штуку. Давай, так... Дон, покупаю у тебя токены Т8 по 300 золотых за штуку. Это есть кто за сов шарит? Что там, Т9 лучше Т8 или нет? Ну, короче, 2Т4, 2Т9, заебись у меня по ДПС получилось. Так, хорошо, давайте, у нас есть 4 меточки, нам нужны ей порталы. В порталы у нас идет... Идеальный соло хилит. Идеальный соло хилит, я Пиракс... Unknown Boss, Кимсик. И что, все, что ли, у нас? Не-не, подожди, давай сейчас просто сова. Я по пати закину просто, кто идет. Зачем? Увидишь сейчас. Давай нам сову, Зоркова, Айнона. Все, вот так вот, да. Идет первая, вторая пати, кроме Изука. Изука остается, вместо Изука идет идеальный. Дальше, по меткам. Зачем нам два ханта там? Ну а что, зачем нам здесь ханты? Чтоб было. Что, если один сдохнет, то второй сможет аспект дать. Ага. Просто нет, нету смысла... Я точно не сдохну. Нету смысла с ну, афликов ну, там внутри. Внутри нет смысла с афликов. Ну там же Лангрис есть. Ну, типа ШПшка, какой смысл с него в этом? Я пока разгонюсь, он закончится. Да нет, ханты, заебись, зачем тебе, ну, типа, 2 ханта. Хорошо, нормально. Хорошо. Все, смотрите, давайте. Так, а что у нас поменялось? Вот, Донт Зоркий Квадрат, Войд Фьюри, Дуат и Кимсик, Треугольник, ой, Крест. Войд Фьюри, Дуат, Кимсик, Крест. В Треугольник, Романов, Пайрекс, в Ромбик, Босс, Айнон, идеальный. Услышали все? Здесь разница только в сале, и все.
Ну да, да. Угу, понял. Ну и то, что нету бафов. Это понятно. Все, давайте, в комнатах только хорошо ведите себя. Валк, Лангрис, Изука. Изука, что у тебя не хватает? Лапу дайте. Да давал я уже лапу. Вон у меня лапа висит. Так, все, на первой фазе никто не лутает лужу. У нас все отображается. Поехали. Это будет красивая победа. Страшно, милики, лужа так по-ебаному разлита. Да, что я аж был. Кто этот? Вот, Дуат, ты стоишь в центре и вообще никуда не двигаешься. Дуат, в центре стоишь? Дай на кулдон дальний. Нету. Будем дальше отходить. Я пока в чате ответил, блять, проебал лужу. Сейчас танк на хульданила. Агро снял. Секунду. О, у меня 2 FPS, ребят. А, бля, Донс, ну потом этим займешься, ну ты что? Ну, не, ну нет у меня на пу, я отдал уже его. Кто-нибудь, ну хилку дайте какую-нибудь. Отошли от большого все. Добили сначала стражей. Подняли рейд. А еще можно. Где удуш? Ну вы рофлите. Удушающие вы добьете, нет? Оттуда убежали все. А как там вообще люди оказались? От луча отошли. Идеальный Бэр Гудлика. Я был со Бэром. Ладно, давайте упадем, я не хочу такой пул траить. Да залупа полная. Три моба, мы перевели босса, и три моба еще надо убить. Куета какая-то. Да нет, с мобами нормально, просто если люди хотя бы на лоу хп додумались отойти от мобов. Ну то вместо того, чтобы умереть вдвоем и там стакнуться. Не особо это сподручно так делать. Три моба это ненормально, один еще ладно остался, а три моба это. Да хуйка. Это не важно, все еще убивается. Просто смотрите за своими хп тоже, не только хилы там типа, растягивается рейд бывает. Подойди к этому. У вас нормально. Так, еще раз, смотри, Дуат, ты стоишь ровно в центре и не лутаешь ни одной лужи. Кто там еще у нас не знает тактики на этого? На йога. С бутером закосячили. Ну, бутер я видел, сказал, Сизука, они в конце уже полутали. Да, я поэтому и побежал в крест. Теперь понятно. Потом они еще пошли в другую сторону. Еще милики, если на вас ставится крестик, именно метка, вам нужно выбежать. Это там называется дебаф безумия или там рвение Сары. Еще когда она кастует, нужно держать Сару в цели и смотреть, кого она выбрала в цель. И кого выбрала, тот выбегает сразу заранее. Она там 4 секунды кастует. Так, спеллбаунд ты где?
Full rebuff. Отойдите от рыбы. Ну, еще рыба есть. Надо поесть. Вы метки свои те помните, кто там куда? Надеюсь, да. Кубок, а такого прохода ничего в метке? Возле тех меток вы заходите в порталы. А, тут еще и порталы есть. Ладно. Это кто? Да, Дуат вообще, подожди, давай я Дуата сменю на этот, кого-то другого в порталы. Лангрис, туда иди ты. Лангрис, ты заходишь в портал в крестике. Лангрис, слышал? Да, крестик. Все, Дуат, ты не заходишь в порталы. Я не знал, про что это не было еще. Все, поехали. Никто в лужу не заходит. Я на поле его на Пирокса. Не бывает. А я чувствую, мне неприятно, все с меня срывают. Босс, ты выбежал? Последний моб быстрее сыграли. Не успею. Отошли тяжелого. Сыграли в удушающие. А еще? Миленькая, маленькая, РДД большая. Распей. Задохнитесь собственной ненависти. От крестика. Отлучай. Ой, от черепа. От лучей отошли. Связка сбежалась. По часовой пошли. Разошлись по меткам. Быстрее, быстрее, быстрее. По меткам, по меткам, по меткам. От лучей отошли, сейчас порталы появятся. Спекитесь, крест спекитесь. Квадрат, сбежались. Быстрее, быстрее, быстрее. Крест беги. Все, сыграли в этот. В мозг. Кто-то один не зашел. Все, все тут пошли. Кланы объединились. Задохнитесь собственной ненависти. Пока шторм град не падет. Заносит дон, только выход.
Дуат, смотри, ты к большим не подходишь. Только когда они в стане стоят вот так. Выходим. Вышли, вышли, вышли. 74, 73. Ну мы апнулись. Отлучай, дошли быстрее. Кто там рядом бегает случайно? Осторожно. По своим меткам разбежались. Все бегаем за ромбиком сейчас. Все, в портал зашли. Выдушающая, все быстрее, быстрее выдушающая, больше ДПСа. От луча отошли. От тяжелого отошли. Крест, квадрат сбежались. Фаерлина, луч смерти. Сова, как выйдешь, дашь БР Фаерлину. Ну, там просто тройная связка была. Отойди от большого моба. Не, пока он встанет, можешь убить его, милики. Ну, сколько он сейчас? Ну, посмотрим. Приготовились. Да он только заанонсил словами. Окей, что сказал? Три секунды. Выходим. Все, БР Фаерлина. Фулл ребаф дали? Разошлись по порталам. В разлагающее давайте. Крест квадрат. Начались. Выдушающее, развернулись? Диспел, болезнь. Болезнь, совы из диспелите, пожалуйста, спасибо. Меньше флуда немного. Флудим только мы с Донтом. Порталы зашли. Выдушающее. Донт, вы переводите? Мы... Не знаю. Должны, должны. За три надо переводить. Пока еще не знаю. Да. Да, 25 надо переведем. Все, поехали. В тяжелое играем по холке. Корнея, Сауру, сосредоточение. 7%. 1%. Все, переводите. Здесь и стоим, здесь и бьем. Встали, дали Геру. Отвернулись. Мастер Аур. Корнес освободил спеллбаунд, взял этот третью ауру. Все, спеллбаунд, если... Блядь, вы вдвоем дали мастер ауру, я понял, все, ладно. Давай. Дуат. Убили Дуата, он, блин, здесь не был еще. Подождите, у нас что? О, какой-то? Ну, Дон, потому что сейчас всем мобам свечнется. Да, мобов играем. Ну, или не всем, но побольше просто мобов поиграй. Я играю в мобов. Там просто кто-нибудь каст не сбил, наверное. Не, маба. Ну, пока сало не могу поймать. А, ну.
впереди вечные страдания. Все, давайте также в босса играть, милики только в мобов. Мастер дашь? Следующий. Не-не, сейчас столбам до мастера. Правильно? Мобов помогите, начнем с другого. Мастер. Не дали. Все, поменялись, Корнелл, теперь третий. Все в мобов сыграли. Помогите, но мобов. Дайте на пол мобов, они срываются. Дон, дай мапу. Дай контроль. У нас милики вообще есть, нет? Вообще-то про мало. Мало, ну. Дайте контроль. Эти боссы, миллион. Цел. Цик-цик-цик. Видно, что уже люди заебаны нахуй, все. О, тринка. Нормально. А, так у нас и йога по 3 сока ачивок. Да. Так, все, смотрите, завтра в 20.00, чтобы все пришли на допронос Алгалона. Кто не придет, получит 1 000 000 ГП плюс-минус, может чуть меньше. А плюс-минус сколько? Плюс-минус 1 000 000. Так, завтра у нас допронос ульды десятки? Нет, завтра у нас допронос ульды 25-ки. А, это в среду, сорян. Типа все десятки переносятся на эти дни, когда у нас 25-ка. Дайте ассисты, возьму. Да, я одни просто не буду. Формулу будут, типа, разраливать? Да. Отлично. Так, кто у нас был на замене? Плюсуйте мне розу. Джиглипуф был. Гудлик был на замене. Гудлик на замене, да. Бля, какая хреновая триня. Ну а чё хреновая? Блин, не до капи меткости, чё нет? Пусть да будет. У всех уже есть нормальная меткость. Блин. Ну как сказать, бля, я камнями добиваю, бля. А он. У меня везде перекапы. Так, и ещё секси был. Зато у Дэшки полутали неплохо. Народ, а можно? Спасибо. Не за что. Ля, Валго съебался с нашей гильдии, да? Кто? Валго. Кто такой? Декан. Валг, вон он в рейде сейчас. Не, Валго. Какой-то был. Да. А, я не знаю, кто это. А чё, куда второе плечо пошло? Никуда пока. Два плеча же. Валго, хорошая черка для ПВП, я думаю. Хуй. Чисто бринтру. Ну, она именно. Чего? Все, спокойно. Этот, можете дисконнектиться, просто пока не ливайте. Я ИП еще не начислил. Дон, что ты разролил, все? Ну, почти. Я там не помню, что это. Что у нас по боссам, подскажите? Это у нас 12 боссов и сколько хм? 9 хм? Да. Как все хм. 12 боссов и 9 хм. Помогите. 9 на 5 умножьте. 1650, правильно? А ты думаешь этого Левиафана? Я ролил еще. Не Левиафана, мышь этого великана огненного не убивали.
Ну, да. Убьем еще. Завтра, завтра до проноса в 20.00 идем на Алгалона. И Игниса. Ну и Игниса, да. Все, можно выходить. Да, да, все, ЕП начислил, можете выходить. Правильно, самый сладкий, на потом. А, спасибо всем за рейд. Все, всем спасибо. Азерь Кубоб, слышь? Короче, подойди ко мне.